Более 400 семей получат жилье в Индерском районе Атырауской области. Сейчас там идет строительство 448 квартирных домов. До конца мая новостройки планируют сдать. Квартиры получат многодетные семьи, матери-одиночки и люди с инвалидностью. Также продолжается возведение двух 80-квартирных многоэтажек. Их, по словам местных властей, сдадут к концу лета. В микрорайоне планируют строительство социальных объектов и детских площадок. Сейчас мы рассматриваем вопросы строительства школы и детского сада. Все это у нас запланировано. Уже подготовили проектно-сметную документацию. Как только выделят средства из бюджета, начнутся строительные работы.